Дом номер 12 по улице Туровской. Кирпичный дом на 5 этажей. В доме располагается налоговая инспекция Подольского района. Фасады из красного кирпича с небольшим декором. На фасаде видны обрушения декоративных элементов. Вход в жилое парадное оборудован кодовым замком. Двор маленький, закрытого типа. Возле дома расположен детский сад и Веденская гимназия. В пешем доступе магазины и станция метро Тараса Шевченко. Состояние дома в целом можно считать удовлетворительным.